Блин, я на пассажирское кресло сел. Твой. Гольф-кар дерби. Да-да-да. А дерби же, да? О-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо. Я еще не приехал, подожди, я еще не сел. Я... А я не могу выехать, я застрял. Как там называется, когда там арена? Destruction дерби. Дерби, да? Ну да, дерби. О-о-о, что происходит? А, у меня что-то с камер. А, да? На чем? На пробел? Ой. Это редкий, резкий тормоз какой-то. Ну он какой-то, да, прям как-то они странно слушают управление. Ты умер? Нормально, да. Похоже, да, да, я умер. Жесть, я, по-моему, мой вообще не пострадал. Сменить вид. Нормально, я через стекло вывалился просто. Фиг, сменить вид. Ну-ка. А, блин, тут спереди, не-не, посмотрите, сменить вид. Поменять вид. У тебя еще какие-то под колесами все горит. А, искры вылетают, вол. Ага. Бам! Нет? Как мне бы теперь умереть? А, ну сейчас, погоди, помощь в пути. А. Все оружие запрещено. Жаль, жаль. Слушай, стекло вылетает так кусочком. Про звука нет. У меня тоже прикольно, там стекло так при столкновении разбилось, по-моему, там не знаю, оказалось, что и переднее, и заднее. Я так по физике вывалился. Зачетно. Вообще интересно, в медикаментах в магазинчике, ну не магазинчике, а в медблоке продаются эти всякие типа шприцов, такие полупистолеты. Ну вот, я просто ожидал, что аптечки будут через них выполнены. Вот, а тут получается такие просто ручки шприцы одиночные. Ну, да. Ну вот, а просто интересно, вот эти инструменты, это более прогрессивная какая тема, да? Да ты? Да. Нормально так подпрыгнул. А, по-моему, они писали, что отключили, что, ну, типа, переехать нельзя, да, человек. Да ладно. Вроде как. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, ну-ка, да-да-да-да, еще чего. Все ради тестинга, да. Блин, полноценно назад нельзя посмотреть, как я, типа, застаешь назад. Не, ну слушай, ну, управление, конечно, все еще немного чопорное, но они явно над ним поработали. Было более хаотичное. Не, ну, в принципе, а что еще от баги можно ожидать? Одни только баги? Одни баги, да. Сплошные баги. Не-не, вообще, наверное, в целом... Воу! Нормальный, а вот повреждения никак не упали. Так, наверное, должен был... Я проснулся. В соседней кабинке тут это респаунится, наверное, должен был. Нарушаем? Нарушаем, да? Включи шлем. Вики, включи шлем. Блин, 45% совпадения. После пива она отказывается... Можно будет играть в настольный хардтон. Включить шлем. Во. Где? А вот, посмотри, тут будет настольный хардтон. А, хардтон, это дефибрилляторы. Да нет, это хардтон, в карты играть, Вовку. Слушай, мне кажется, ли модели больше стало? Смотри, раньше тир 3 разных. Вот тут два типа пистолетиков и дефибриллятор. Дефибрилятор. Сейчас еще пол-литра и будет дефибрилятор. Не надо, я справился. Так. Хедстоун, да. Сердечный камень PDC. Одноразовый, причем синглюз. Какой-то, видишь, что это там. Одноразовый мобильный дефибрилятор. Единица идеален для военных и законных сил. Field applications, не знаю. А, вот это вот пистолет с этими для каких-то несерьезных ранений. Типа, которые с помощью единичного шприца вылечить нельзя? Non-serious wounds, несерьезные раны какие-то лечат. Странно, а ручки тогда это. Как, вот здесь какой-то здоровенный пистолет, но это, наверное, вообще... Лечилка, одно нажатие... Задачи первой необходимости... предотвращает временный рельеф, не знаю, кровотечение, может быть, нет?
Не, это походу, чтобы с нами можно воскрешать. Воскрешалки, это как это, воскрешалки, действительно. Вот дефибриллятор? Да. А, да, они же говорили, что если ваш товарищ вовремя подоспеет, то может даже ваш воскресить, а вам не потребуется воскрешаться и тратить там одно из, там, где-то 9 жизней. Там, переименовываться, лететь куда-то. Пистолеты это против лечения, вот по цене они отличаются, кстати, маленькие дороже. Слушай, ну смотри, тут один дефибриллятор, интересно, он многоразового использования? Не, написано как? Single use. А, single use, да, вижу. Блин, нифига себе. По экономике сложно пока оценить. Ну смотри, просто может, ствол, ты... ствол, да, вот эти вот стволы стоят. Такие средняя цена где-то там 900 тысяч. Ну да. Они, видишь, они тоже расходники получаются. Стволы? Да, ну если убивает, их теряешь его. Да ладно. Конечно. Ну, он остается валяться, он уже он остается рядом с твоим трупом валяться, все, что ты... Кстати, насчет брони не знаю. Фак, это печалька вообще. Не, ну, стволовые расходники, это, ну, в принципе, по ценники наверняка могут потом еще и ребаланситься, меняться, но по-любому расходник. А как же любимая пушка... Именная, да? Именная, да, которой ты даешь сам название, сам покупаешь к ней апгрейды и тому подобное. Блин, это же будет печально вообще потерять так свою пуху. Так я буду запоминать ники всех пидорасов, которые меня там обидели, назначать за них баунти полную вообще. Да, как в GTA Online. Да, все бабки спускать на то, чтобы их там неписи травили во всей галактике. Просто да, сам продашь свой фрилансер, да, купишь себе боевой какой-нибудь кораблик и будешь гоняться. Буду бомбить стероиды за бабки, чтобы только баунти на них назначать, на этих уродов. Стероиды за бабки. Не, ну это жесть, блин, какая-то. Пушки свои терять, конечно, неприятно. А, будет. Кстати, я читал вот тут, смотри, на стене эти компьютеры, да, висят, экраны на стене. А, здесь какой-то easter egg, по-моему, есть, да? И вот здесь идут эти разработчики, фамилии. А-а-а, нормально, я все равно никого не знаю. Ну, да, я только основные фамилии знаю, или здесь какие-то, видимо, совсем-совсем программисты какие-нибудь там, дизайнеры, которых не показывают. Нормально. Ну, вот из тех, что здесь плывут, я ни одного не знаю. Ну, забавно, забавно. Да. Так, а здесь у нас что, приемная? А, да. Да, какие-то совсем неизвестные фамилии. Да, жалко, они пока анимацию NPC не заделали. Но они в ближайшем патчах после 2.0 Life, а там типа 2.1, 2.2 уже обещали там и небольшие вариации внешности сделать, и прически там. Пойдем в бар сходим. Ну это да, а то мы все как эти одинаковые болванчики, мальчики-болванчики. Ну да, с одинаковыми прическами. Go to the G-bar, G-bar. Так, а здесь значок get in the zone. Реклама Aegis, по-моему. Слушай, Aegis, да? Вот? Aegis. Aegis. А ты где? Я в баре. А, в баре? Нифига ты шустрый. Так, где тут? Ну-ка. Слышь, какой тут топорок или какой-то. Они, по-моему, обновили рекламу, тут уже. Я не помню, Катус здесь рекламировался до этого или нет. Еще как-то странно, когда экран меркнет, там какой-то, знаешь, металлический фон, а не экранный такой немножко. О, музяка качает всяко. И мост... Музяка всяко. Сменить вид. Свободная камера. Все, что ли, а что так? А вот да, я, кстати, я тоже порылся в танцах и нашел именно тот, который длится подольше. А там ты пробуй с цифрами и под... Да, на... да, свой... я с цифрами пробую. Ага. Эмоции, танец. Я робот. Ну какая-то сосисочная вечеринка. Фига тут музон пошел. У меня ускорения сейчас никакого не было. Видимо, десинхрон. А-а-а. Нормально, разыгрался. Во, вот сейчас разыгрался у меня. Эмоции, танец. Эмоции, танец. Что-то надо проверять мои команды. Ой.
Да, у меня статус чата опять слетел. Пишет, что он включен, хотя я убрал. Мужицкий танец. Перекачиваем с одной ноги в другую. Да, это мой любимый. Я так в реале умею. Да. А, я так тоже могу. Такой вид, конечно. Отключи шлем. Жопу сесть нельзя, никуда. Да, это будет следующая версия, скорее всего. Заказать пиво, да? Какие-то мажорные коктейльчики стоят. Такой мужской бар, судя по эмбиенту. Такие космические волки, да, вот, тут. Наверное. Да, да, да. Ну ладно, вот еще нормальная такая пацанская кружка стоит с пивом. Да-да-да, вот и некоторые столики тоже я вижу, что с пивом. Нормально, красное вино, гламурный, но яблочный. Как в анекдоте, да? Там вот четверо ребят садятся там за стол. Один там, мне, пожалуйста, смузи, другой мне там яблочный фреш, третий там что-то какая-то хрень, четвертый так это, мне три пива и трех новых, блядь, друзей. Смузи. Ну реально, какие-то напитки, да, такие совсем. Да, не, ну, суровый, не, ну, коктейли я, конечно, тоже люблю, но... Я вот, не знаю, я крепко не пью, в чистом виде. Ты представляешь, ты там дырявил, друлил астероид, там, две недели в космосе. Такой весь в пыли, да, ночевал, такой там, шахтер. Да, ночевал в лачуге в своей, там, в отсеке в своем, где не повернуться, не развернуться, там, пёрк. Без сурового убийцы, Bounty Hunter, который за неделю, там, больше сотни, да, там, убил. Ну, захватил. Ты пролетаешь в бар, и тут, а тут сидят, да, такие бродяги, которые яблочные мартини и красное вино. Розовое вино, да. Ну, ой. Я случайно Вики оскорбил. Да. Но она неправильно меня поняла. Ты меня не понимаешь, Вики. Ветер настроение упал. Вики, мы все еще эффективная команда. Да, но она на меня обиделась. Ой. От серии показалось, что я попросил прощения, отлично. Хорошо, хоть бармен еще сидит на коже и сережки в ушах. Да-да. Ну, он такой, такой. А, кстати, в перчатках, я только сейчас заметил. Рог здесь зазумить нельзя. У него какая-то минимальная анимация есть, да? То есть он там стоит, чуть слегка так пошатывается, там головой. Ну, это да. То есть он не просто статичный. Не совсем прибили. Не добили, да? Да, не совсем прибили к этой стенке. Да, надеюсь, полное название этого бара не гейлок. О, черт! Кстати, G-Lock, да. Бежим, бежим! Бежим, это не тот бар, это не тот бар. В опасности. Да-да-да. Слушай, G-Lock. Я об этом как-то не подумал. Да-да-да, я такой ствол протягиваю. Гейлок. Гейлок. О боже мой, я об этом. Пошли трущобы посмотрим, что-нибудь там мусор добавили. Я, кстати, заметил. Блин, мне надо место перевернуть вообще. Давай. Что над отражениями поработали. Мне нравится, как освещение. Оп, что-то. Вау. Удаляем ржавчину за 3 секунды. Тут. Я тут баг нашел, засунь чуть-чуть назад, повернись. Баг? Да, визуальный баг. Нет, не баги, баг. Вот здесь вот ржавчина пропадает при определенном ракурсе, особенно на карачках. А, да. Все. Реклама, как удалить все ржавчину за 3 секунды. Можно тут смотрю, как репорт отправить. У вас там ржавчина пропадает. У вас там, да, ржавчина пропадает. А мы хорошо работаем над этим, да? Да-да-да. Верните ржавчину. Да-да-да. Ну, кстати, да, они на некотором корабле работают в плане старения.
Не того, там царапина. Да, это зачетно будет. Я, кстати, не знаю, то ли это после повреждения, то ли изначально, так я заметил на своей даже аврорке. Но там краска поцарапана там местами. Это я не знаю, был такой изначально или нет. Ну, у меня этот там, когда еще мустанг был, он у меня тоже какой-то потрепанный был. Да? Такой, да. Видно такой, пошкрябанный. Слушай, интересно, а как смотри, если у тебя корабль, ты на нем какое-то время там летаешь, там его где-то покоцал, у тебя там пара дырок в крыле, а потом, ну, вдруг ты там врезаешься по пьяни в астероид, и корабль взрывается. Вот, да, и... вопрос, в каком состоянии он вернется, да? В каком состоянии он, да, к тебе вернется уже. Ну, скорее всего, по страховке первоначально, то есть они тебе... Страховки, чинят? Ну, не, я вот думаю, что не чинят, они тебе просто аналогичные по страховке новые предоставляют. Ну, как если ты машину в хлам убиваешь, по страховке те же новые дают, по идее, нет? Ну, если в... Не, ну, если в хлам вообще не подлежит восстановлению, ну, да. Да. В таком случае, да. Ну, да, если корабль взрывается, то тебе, соответственно, дают новые, ну, аналогичные дают, типа. Тебе выплачивают ту сумму, по идее, на которую... Ну, да, и, грубо говоря, ты его покупаешь, ну, да, или страховая, там, неважно. Интересно, просто интересно. Ну, здесь, я так понимаю, будет работать, ну, ты платишь процент. То есть в любом случае, страховой случай, это только уничтожение корабля. За ремонт, естественно, тут нет страховых случаев, ты сам чинишься. Ну, а здесь, соответственно, только случай уничтожения. Если у тебя была страховка, она покрывает тот случай, тот уровень угрозы системе, в которой ты летал, пошли пока в подворотне пошаримся. Ну, вот, то ты там платишь процентов 10, скорее всего, по крайней мере, там... В элите так было. Ну, я так понимаю, вы... На, ну, по-моему, там говорили, что выплата страховой суммы зависит от степени угрозы региона, в котором ты тусуешься, да? Чем опаснее регион, в котором ты погибаешь. Мне казалось, что изначально, покупая страховку, ты платишь, то есть, разово за, ну, максимальную или там минимальную или среднюю страховку. То есть, ты при покупке страховки выбираешь, какой тип у тебя будет застрахован, нет? Вот хз, хз. В принципе, сейчас этот вариант мне нравится сейчас больше. Пока единая страховка даже вообще на все. Ну да, они пока разрабатывают ее. Кстати, интересно, коня теперь можно прыгнуть, нет? Хотя, конечно, это уже не так интересно, теперь мы вживую их видим. Ну, и может. Там уже, да, уже интересно эти баги искать. Мне кажется, здесь будет много интересных миссий. Где? Там ну, здесь? В переулках. Ну да, они же говорили, что здесь такие в начале. А, не, ну в уже время тут. Пою, я так понимаю, здесь можно всяких дилеров черного рынка, можно будет поискать там всяких нелегальных сил проводить, да. То есть они обыграют этот момент, это будет действительно, ну, живая такая часть города, где можно что-то реально, есть смысл туда прийти, что-то именно поделать того, что чего-то не сможешь в стилизованной части делать. Да, они сказали, что здесь будет полно неписей, у которых можно будет брать квесты не совсем такие, положительно влияющие на твою репутацию. О, да. Если тебя спалят. А, ну да. А, здесь, по-моему, спуск просто к этой к посадочной полосе. Okay. Если не ошибаюсь. Ну здесь баги, они все эти пофиксили. Кстати, звуков. У тебя есть какие-нибудь звуки? Вот у меня там я слышу, где-то дверь открывается, но ни шагов, там, ни взлетов, посадок, что-то ничего не слышно. Не, у меня только мясо. Кстати, смотри, мы под кай. Я больше ничего не слышу. Мы, кстати, смотри. Под какой-то крышей или зачет, что это? Зачет вообще, зачет. То есть там посадочная полоса какая-то, наверное, тоже, да, большая такая, судя по всему. Слушай, хз, где мы? Надо издалека будет глянуть. Прикольно, потому что, на самом деле, если посмотреть, там уходящие куда-то километры просто буквально вниз здания, эти высотки, да? Ну, мне вот да, с пятого элемента немного напоминает. Смесь пятого элемента и бегущего по лезвию, что-то такое. Да. Не, сеттинг обалденный вообще, класс. Если все это вот так будет реализовано, на остальных посадочных площадках это просто будет офигенно. Они, кстати, на этой следующей неделе обещали, по-моему... А, тьфу ты, я же не посмотрел еще этот... как его... Round the Verse. Вот. И там, по-моему, они беседуют, возможно, что-то покажут с этим посадочная зона в Никсе. А, Никс? Сам отстроить, да. Они там behind the scene или что-то такое хотят показать. Я сейчас как раз мясо покушаю и посмотрю Round the Verse. Ну да. Здесь, кстати, ты прыгаешь, да? Нет. Вот, я здесь на перекрестке. Понятно. Мне нравится, здесь солнце классно играет в решетке. Не, вообще все офигенчик сделан на вот да, с этим момент. Идеально вот. Я сейчас просто посмотрел эти записи, там, стримы с этого с Elite Dangerous, да, вот это вот какое там новое это дополнение там. Ну да, давно уныло, да? Да, они вот эти показывают,
приземление, блядь, на планету. Твою мать. Числем. Как, какой-то, я не знаю, каких времен там графика, рандомные текстуры, ну, там, одна, конечно, натянута. Натянута. Просто это пипец. Нет, там, конечно, другое. Там гораздо меньше количество людей, дизайнеров работают. Ну, вот. Блин, ну это... Ну, мне вот тоже, конечно, вопрос, насколько быстро это наскучит, да? Ну, естественно, тупая голая поверхность с дырками, а... То есть, я так понимаю, там на почти каждую планету, не имеющей там атмосферы, там всякой растительности животных там и так далее, да, там или население имеет, будет иметь возможность такой высадки, там, видимо, какие-то ресурсы можно будет находить, собирать. Ну, да, но, да. Мне кажется, это через там десяток другой просто надоест, это будет однообразно. Ну, просто одно дело, как когда... исследование системы, похоже, тут. Ну, там, нет, там можно лететь по поверхности, и ты с поверхности видишь какие-то там точки, ну, как они там, point of interest, там, ну, да? Да. То есть ты с поверхности, ой, снова паря. По орбите, на орбите ты видишь эти точки, и можешь вблизи них, и я вылетел, похоже. А, я тоже. А, сервер фул. Ладно. Тайм, у меня тайм-аут.